В общем, что? В общем, остается картина. Общение. Постоянная реакция с твоей стороны. Постоянная. Она видна не только мне. Я думал, я себя накручиваю что-то. Мне кажется, что Кристина не искренне с тобой. Ну, в том-то и дело, что я сомневаюсь в ее словах. А смысл мне ложиться с тобой в кровати, если я не искренне к тебе отношусь? У меня диссонанс в голове. Зачем ты? Ты какой-то, не знаю, ты какая-то звезда, чтобы я с тобой была, что? Без чувств. Ты какой-то миллиардер, чтобы я с тобой была. Я не из тех девушек, которые без чувств ложатся в кровать. Артем, ты еще не понял этого? Я пока детишек не хочу.